Записываем выпуск, называешь песню, я ее пою и даю тебе конфетки. Сияй, сияй, смотрю чужое небо. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам. Может, номерочек мороженое? Пожалуйста, помоги тебе. Ребята, даже голуби сегодня замерзли, минус 13 градусов, но мы вышли снять зимний выпуск «Пикап с гитарой» в городе Казань, на улице Баумана. Меня зовут Раиль Арсланов, это хижина музыканта. Ребята, ради вас отмерзают мои пальцы. Гитара почти что треснула, так что я думаю, мы заслужили уже много лайков и комментариев и попадание в тренды. Погнали! Ребят, запишем маленький кусочек для ТНВ. Загадайте песню какую-нибудь. Песню. Чего сложного? Просто это давайте на ходу, ничего подарок. Такого, да, давайте. Давай. Назови какую-нибудь песню, я спою. Кусочек. Не теряй, да? Вот только не спешите больно сильно. Согреемся. Я не знаю, какое. В голове есть что-нибудь? У меня какой-то С вылезает, и все. С? Цой? Цой? А какая песня? Не знаю, пачка сигарет. Пачка? Ну, давай кусочек тебе. Я сижу и смотрю чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Васил, стойте, возьми конфетку, да. О, спасибо. Так, 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 так. Такая у нас игра. Девчонку угостишь? Ага. Возьми там несколько. Несколько? Да. В комментариях люди напишут. Спасибо. Все, да, давай, пока. Спасибо, чувак. В комментариях знаешь, что напишут? Про девушку, да, что? Пипец, она не могла остановиться, не послушать. Записываем выпуск, называешь песню, я ее пою и даю тебе конфетки. Ты поднимаю новогоднее настроение людям. Блин, хрен знает, Куин какой-нибудь. Сейчас. Не, русский. Куин было бы круто, конечно. Когда-нибудь буду ее тоже петь. Давай чуть из Нойза. Давай. Опа. Тянись мной последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть, буду дымить назло. Боль на фильтре грязным бурым пятном, все, что мне от тебя останется. Урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Выдыхай скорее мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Выдыхай скорей, мою душу наружу ей тесно, в твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Круто? Спасибо, давай, возьми конфетку. Давай, я тебе сам положу куда-нибудь, да? В карман. А, давай, залезай. Че, просто взять что-нибудь, да? Да, несколько можешь. А мне одна хватит. Да возьми еще. Все, здорово. Вот спасибо тебе. Замерз, а ты замерз? Вы вообще, наверное, замерзли, пиздец. Давай тебе просто привет передать. Нет, нет, привет. Давай, хоть что передавать. И подарок получишь, бесплатно. Да включи, или ты уже включил. А что делать-то надо? Назови мне вообще современную песню, что ты слушаешь. Что я слушаю? Тетя, что? Вот кто-то заказал, снова я напиваюсь. Рамиля, слушайте. Сияй, что ли? Ну, можно ее. Давай. Сияй, сияй, если твой тело во тьме увижу не я. Сияй, ты меня полюби, ты мотив, я за тобой, как ты там. Ты от меня на не улетай. Просто сияй, просто сияй. Сияй, сияй. Молодец. Спасибо огромное, просто аплодисменты. Стой. Конфету хватай. Молодец. Да, можешь сказать. Да. Сколько бургеров хлопнули? Вообще-то один на четверых? Да, мы же девочки. А-а-а. Аккуратненько так ножичком поделили на четыре кусочка, да? Да. Так, давайте линейкой. Обнимите Дед Мороз тогда. Ты попадете. А я еще Новый год не люблю. А мы где-то нас будут показывать? Или вы хотите куда-то попасть? Я бы хотела попасть. Улыбаемся. Давай и машем, ребята. С Новым годом. Ну, это видео выйдет, наверное, на канале, где скоро будет 1 000 000 подписчиков. На Ютубе? Да. Как канал называется? Хижина музыкант. Я подпишусь. Карие глаза, как у меня прям.
Шарит, смотри-ка. Может, номерочек могли? А сколько тебе лет? Немного. Все, тогда спасибо вам. Да вам спасибо. Давайте. За настроение поднятое. Давайте. Пока. Ребята, во-первых, хочу вас поздравить с наступившим 2021 годом. Надеюсь, все живы, все здоровы. Пусть плохое останется позади, а успех преследует нас на каждом шагу. Во-вторых, я хочу поблагодарить приложение Тимброз за предоставленную рубрику, в которой мы с вами разучиваем быстренько разные мелодии. И сегодня я бы хотел разучить Power Riff. Приложение Тимбро. Погнали. Здесь применяется прием Palm Mute, когда мы ребром правой руки чуть-чуть мутируем звучание струн и бьем ногтем указательного пальца, будто держим медиатор. Хотя можем и медиатор держать. Вот и все. Новый риф мне в копилочку. А если и вы хотите научиться играть разные мелодии, рифы, аккорды, то ссылочку на приложение оставлю в описании под видео. Погнали дальше. Любую заказываю, я ее пою, и ты получаешь конфету, и все. Расходимся мирно. Чего там поют на гитарчике? Ну, Мияги, рапапам. Мияги? Ну, конечно, Мияги. Пятый выпуск, и только Мияги. А как еще играть? Начал все с нуля. Берись без, принимай, как есть небесный вес. Этот бархатный карт, lifetime, why my main industry, I'm a bad way high. Лжи под ногами не помеха. Вам я научился летать, и мне теперь все похуй. Ра-па-па-па-пам, ра-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ла-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ла-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ра-па-па-па-пам. Ра-па-па-па-пам, ла-па-пам-пам-пам. Ра-па-па-па-пам, ра-па-па-па-пам. Ра-па-па-па-пам. Нормально? Давай эту конфетку забирай. Надо было второй куплет петь, вот дурак я. Что-то пытаюсь там зачитать. Второй куплет же как раз мой. Все, давай, спасибо, пока. Спасибо вам. Давай. Привет, закажи второй куплет мне. Да, давай, здорово. Любую песню. Да, любую песню называй. Вы что, доставкой работаете? У нас тоже новая доставка, Дед Мороз. Экспрекшн. Настроение. Да. Я открыл свою фирму «Хижина музыкант. Доставка настроения». Вклады. Совет, давай канги. Канги? Да, манги. О, материться, что ли? Да. Или... Давай ты материшься. Да. Деньги, гулянки, пустые скандалы. Ночью рестораны, Дольче Габбана. Глушала подружек и изменяла. Эй, короче, вали нахуй. Там, где тебя будут только трахать, ты мои боли. На душе оставила мозоли, твоя совесть нечиста. Сама догадайся, кто ты, кто да я. Ты не моя, ты мне устроила войну. И я за это так тебя люблю, ведь я все понял. Эй. Браво, браво. Это трио было. Отлично. Хорошо проматерились, аж настроение поднялось, да? Давай конфеты забирать. Был. Ну, две можешь. Да, одну хватит. Спасибо. Ага, вам спасибо. Можно, кстати? Да, давай. Быстренько давай. Все? Все, отлично. Гитара вот такая плохая, да, и холод, но ты хорошо поешь и играешь. Как так научиться зрителям? Ну, это мастерство, и этому нужно уделить время. То есть пройти мой видеокурс по гитаре и вокалу, в описании под видео спускайтесь. Сейчас подарки будешь, вот если здесь. Угадайте песню. Да. Какую песню? Любую. Если я ее да спою, то конфеточку дарю. Я думал, ты там денег дашь, а конфеточку сделаю. Песню-то надо новогоднюю заказать. Зажрались люди уже. Он, видимо, первую часть смотрел, где я 100 рублей раздавал людям. Think about it. Вот он, Гомер. Ребята, запишем с вами небольшой кусочек видео. Назовите песню какую-нибудь, я ее спою. Русскую, какую-нибудь современную. Давай скриптонита по-любому, понимаешь? Знаю. А что, какую надо? Да, ее, в смысле, просто ее сегодня вообще часто заказывать.
что-нибудь поешь? Давай. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и быков, машин, мусоров. Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это любовь. Руки в петли, руки прямо как узлы, руки на замок. Руки в петли, губы об твои, губы, глаза в потолок. Я снова в дверях, руки врозь, прости, что валюсь с ног. Ты пообещал все, что смог, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без слов кричат об одном. Это любовь. Красавчики. И подожди, конфеты всем, кто заказывал. Вот сюда суйте руки. А сколько брать можно? Ну, по несколько, сколько хочешь. Тоже. Только зубы не сломайте. А что, жесткий, да? Ну, мы долго на улице ходили. Да. Все, спасибо. Все, почти не осталось. Ага, давайте, пока. У вас классный голос. У меня? Не может быть такого. Да, мне очень понравилось видео. Я подписана на вас. Ну, а что тогда не назвала песню, которую я... Потому что... Приятного аппетита. Спасибо. Все, сели? Что вы делаете? Мы песню поем. Хочешь заказать песню? Подожди, давай тоже что-нибудь. Песню называешь, я ее пою и получаешь конфетку. Понятия нет. Давай, пока. 500 рублей дарит парень. За что? За зарегистрацию. Давай им песню закажет, но мы не будем регистрироваться. Да, давай. У тебя же есть по-любому, наверное, любимые песни, да? Просто ты назовешь, я спою, а тебе больше ничего делать не надо. На самом деле, просто реально, я особо знаю даже. В голове. Если умеешь, хорошо, да? Ну, более-менее, более-менее. Тогда по-своему, ла-ла, что, снимаете ТикТок? Нет, Ютубчик, Ютубчик, да. Канал есть? Да. Классно. Давай уж назови что-нибудь. Какие песни поют под гитару, может, вспомнишь? Я Цоя знаю только. Какую песню, Цоя? Да, любую, в принципе. Ну, конкретно давай. Сейчас. Ага. Группа крови. Группа крови? Попробуй. Группа крови, группа крови. Да, давай. Это же. Группа крови. На рукаве мой порядковый номер. На рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай. Остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Крутяк. Давай. Спасибо. Возьми конфетку. Давай. Первый раз удобно открылось. Да, можешь еще? Да нет, нормально. Спасибо, спасибо тебе. Себе. Давай, пока. Давай. Погнали. Здорово. И что ты видел? Давно тебя хотел увидеть. Давно хотел увидеть? Ну, ты меня знаешь? Конечно. Как зовут? Ух, замерз. Как меня? Как? Тимур. Ага. Песню мы обычно отжимаемся. Не хочешь отжаться? Блин. Давай тогда просто назови мне какую-нибудь любую песню. Я тебе спою и получу ну, конфетку. Давай свою сыграй. Которую... Свою? Не влюбляйся. Не влюбляйся? Не пустано. Вот это четкий заказ. Вот это не пустано. Ё-мо. Не влюбляйся, я не твой герой. Скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Снова плачешь, не твоя вина. Спасибо. Спасибо. Давай. Сначала возьми подарочек, да, конфетку. Ты увидел, да, уличный бауманский выпуск, да? Видел я, все выпуски видел. Все видят? Учился по твоим урокам тоже. Офигеть. Круто, много гитаристов стало прям. По итогам 2020 года я выпустил 8 треков, это довольно солидно. Если вы не знаете, я пишу авторские песни под ником Арслана, их можно послушать где угодно, на любой музыкальной площадке, в Яндексе, в Apple, Boom,
ВК. Слушайте на здоровье, для удобства ссылочку оставлю в описании под видео. Надеюсь, 2021 год будет таким же продуктивным, как и прошлый. Напишу довольно хорошие песни, а вы в очень скором времени их зацените. Если понравилось видео, ребята, влепите лайк. Ссылочки на все мои видеокурсы, а также песни в описании под видео. Очень скоро увидимся. Не хворайте, всем пока.